Всем привет! Я не знаю более ленивого блюда, чем то, которое мы сегодня с вами приготовим. Нежнейшая курица на картофельной подушке. Очень ароматно, и обязательно такое нужно готовить. Нам понадобится 2-3 небольших картофеля, 1 куриная грудка, луковица, 2 яйца, небольшая горсть черри, любимые ваши приправы, чайная ложка, соль, черный перец, зелень и стакан сметаны. Картофель нарезаем очень тонкими ломтиками и заливаем кипятком, прям вот буквально кипящей водой. Отставляем в сторонку, пока будем заниматься всем остальным. Курицу я порезала кубиками. Сюда же добавляем порезанный мелким кубиком лук, черный перчик, весь сюда, специи. И вот так хорошо все помнем, так, чтобы лук пустил сок, чтобы курица наша чуть-чуть подмариновалась и была такая ароматная, вкусная. На дно формы выкладываем картофель, он полуготовый у нас. Выкладываем так, чтобы дно было полностью закрыто. Сверху выкладываем нашу маринованную курочку. Я ей не давала времени промариноваться, она и так будет чудесная. Для заливки 2 яйца взбиваем с солью. Учтите, что курица-то у нас тоже соленая, а вот картошка нет. Взбиваем. Добавляем сметаны и все очень хорошо перемешиваем. Вот такая заливка у нас получилась. Сюда же добавлю зелень. Заливаем курицу вкуснейшей нашей заливкой. Аккуратненько вот так вот распределим, чтобы она вниз вся проникла до самого дна. Будем запекать при температуре 180 градусов минут 40. Вот что-то пузырится, еще немножечко заливочки. Но прежде мы еще украсим черри. Выложим их вот так вот по кругу. Пусть тоже запекаются. Вот такое воздушное облако у нас получилось. Если мы дадим ему остыть, возможно, оно немножечко осядет. Это нормально. Можно прямо сейчас горяченькое подавать. Но я чуть-чуть подожду. Такие пироги люблю остывшие, как закуску. Посмотрите, какая красота. Сочная курочка и очень вкусное, ну, назовем это все-таки тесто. Еще и подушка картофельная, вообще закачаешься. Друзья мои, обязательно готовьте. Приходите в гости завтра. Будет новый вкусный рецепт. А тот, кто хочет узнать о нашей семье побольше, подписывайтесь на наш инстаграм. Там много чего интересного происходит. Ну и обязательно подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали.